Братан, ты уходишь? Я не понимаю. Ну, мне кажется, это классно было. Почему? Братан, надо за него скинуть. Но он не уходит в Титан. Да нет, я как говорил, то, что, наверное, максимум аренда будет. Я посмотрю после Казахстана, как я сейчас тренирую с Тубродсом, все такое. Ну, лучше коллектива как для меня нету. Но полный отказ я не дал. Согласие тоже не дал. Титан привлекает меня. Ну, подожди, вот смотри, если типа, Титан будет там в МФЛ или МКС, ну вот этом главном, по сути, турнире весны, мы еще пока не знаем, что именно это будет, ты туда уйдешь в аренду? Ну, блин, ну это очевидно, что им нужно медийку прокачать. Ты крутой ведущий. Давай, иди отсюда. Ну, я понимаю, и, по сути, они обещали мне игровое время. Так. Вот, я несколько раз разговаривал с их президентом, и, ну, не знаю, ну, в аренду, наверное, да. Я рассматриваю такое. А вот переходить полностью, думаю, нет. Понятно, спасибо. Ты никуда не уйдешь.